стенах гостеприимного дворца культуры и энергетик, в атмосфере праздника и в торжественной обстановке работники комплексного центра социального обслуживания населения собрались вместе отпраздновать десятилетие со дня основания своего учреждения. Первым поприветствовал коллег и поздравил со столь значимым событием директор комплексного центра Сергей Халямин. Вот в этом зале собрались все мы, те, которые занимаются добрым делом, оказываем помощь людям в трудной жизненной ситуации. Спасибо вам, то, что вы пришли на наш праздник, это наш общий праздник. Проведем его хорошо, весело, еще почувствуем значимость нашего труда. Я вас еще раз приветствую и открываю этот праздник. От администрации Артемовского городского округа, от имени депутатов Думы и от себя лично работников центра поздравила глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова. Ваша профессия не предполагает публичности и славы. Это каждодневная нелегкая работа, постоянное соприкосновение с человеческой болью и бедой. Очень часто те, кто обращается в социальные службы, нуждаются не только в поддержке государства, но и в простом человеческом внимании, общении, жизненном совете. Уважаемые друзья, спасибо вам за добрые дела, за терпение, за готовность прийти на помощь всем тем, кто в ней нуждается. Я желаю вам счастья, здоровья, процветания и всего самого доброго. С праздником, уважаемые друзья! Отметив уровень современных и эффективных технологий социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, расширение функций учреждения, заслуги его коллектива, глава Артемовского городского округа вручила директору центра почетную грамоту. Сергей Анатольевич, разрешите вручить почетную грамоту коллективу государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области, комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района, за вклад в развитие социальной защиты населения на территории Артемовского городского округа и в связи с десятилетием со дня образования учреждения. Далее коллектив комплексного центра принимал искренние поздравления, грамоты и благодарственные письма, подарки от социальных партнеров. Комплексный центр начинал практически с нуля. Сейчас действительно уже 8 направлений в работе. Практически 700 человек у нас ежедневно мы обслуживаем с вами на дому. И, конечно, очень много проводим различных социальных акций. Это и программа «Старшее поколение», и те акции, которые мы с вами совместно придумали и проводим на территории Артемовского городского округа. Они необходимы нашему населению. И мы видим сегодня в зале и представителей наших ветеранских общественных организаций, и мы с ними делаем хорошее дело. Самое главное наше дело – это улучшение качества жизни нашего населения. Уважаемые мои коллеги, я вот от всей души вас поздравляю с нашим таким первым подростковым юбилеем, 10 лет. Время пролетело незаметно. И когда Людмила Аркадьевна начинала вот эту работу с Сергеем Анатольевичем, и действительно оказалось, вот это было буквально вчера. Я от души поздравляю вас как коллег с этим праздником. Действительно, мы недавно встречались на уровне ветеранских организаций. Я немножечко пошутил, и говорю, Сергей Анатольевич, вы еще молоденки, вам еще 10 лет, у вас еще все впереди, но вы уже столько сделали. Мы сегодня видели только малую толику, что сделано вот этим учреждением. И мне хочется приятно отметить то, что вот это учреждение, такое молодое, оно уже снискало такое уважение и доверие жителей нашего Артемовского городского округа. И то, что сегодня, хочу сказать, что жизнь состоит из определенных фаз, те люди, которые дожили до определенного возраста, все приходят в социальную службу. Мало кому сегодня в жизни везет, кто доживает в своей семье без каких-либо трудностей, а тот, кто приходит к такому возрасту с определенными трудностями, все приходят в комплексный центр, где они окружены вниманием, заботой, где им помогает, о чем уже было сказано. Очень приятно поздравить организацию, которая занята хорошим, нужным, непростым делом, оказанием социальной помощи семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. От коллектива нашего Центра помощи семье и детям и от лица Татьяны Евгеньевны мы поздравляем вас
и желаем дальнейшего процветания и стабильности. А вашим сотрудникам здоровья, сил и упорства в работе. Стоит отметить, гостей на празднике у комплексного центра было огромное количество. Поздравления звучали друг за другом от руководителей и представителей учреждений и организаций Артемовского городского округа, друзей и партнеров. Ваши сердца, ваши золотые руки делают большое, доброе дело. Поздравляю вас с юбилейной датой, желаю удачи, выдержки, терпения, исполнения всех намеченных планов. А планы у вас очень большие, ведь вам всего лишь 10 лет. Я не перестаю восхищаться вашей способностью лечить души. Именно так охарактеризовали наши ветераны радиозавода вашу работу. Вы не перестаете помогать людям и все время совершенствуетесь. Вы стараетесь всем людям подарить счастье в самых трудных условиях, адаптироваться в этой жизни. Даже самым успешным людям в определенные промежутки жизни очень нужно внимание, дополнительное внимание, душевное внимание, а главное – способность адаптироваться. И вы этими способностями обладаете и умеете подарить счастье людям. Ваш опыт и ответственное отношение к делу способствуют успешной работе в направлении защиты прав и социальных гарантий ветеранов. Желаем вам, Сергей Анатольевич, и всем сотрудникам комплексного центра от всей ветеранской организации огромного количества людей, это больше 11 тысяч человек, здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, счастья на долгие годы. Вы, избрав эту профессию, не случайно оказались на этом месте, потому что социальный работник – это состояние души человека. А значит, вы умеете каждый день делать добрые дела, поступки, учить молодых работников этой ремеслу, потому что это очень сложно. Надо уметь выслушать человека, посочувствовать ему, помочь и сделать так, чтобы ваш пенсионер, будем так говорить, был доволен вашей услугой. А услуг вы совершаете немало. Если 2500 и более услуг в год, а за 10 лет соответственно, а сколько вы услышали добрых слов спасибо в ваш адрес? Низкий вам поклон. Волей судьбы мне пришлось почти год работать в сфере социальной защиты. Я знаю, насколько сложна, ответственна, трудна социальная работа. Но в то же время она необходима и она полезна нашему обществу. И сейчас мы с вами являемся социальными партнерами. Мне очень приятно сегодня было видеть, как наши выпускники, ваши работники являются лучшими в Восточном управленческом округе. Я горжусь своими выпускниками. А вам, Сергей Анатольевич, и вашему коллективу я желаю удачи, успехов в вашем нелегком труде. Слова признательности, восхищения, благодарности и пожеланий в адрес руководства и работников комплексного центра звучали на протяжении всей праздничной программы. В рамках торжества также чествовались и награждались лучшие работники комплексного центра, победители конкурсов профмастерства. Ярких праздничных красок мероприятию дарили артемовские виртуозы танца и вокала. Thank you.
мной просто нет причины. Когда со мною нет мой любимый. Улыбнись, мы живем всегда. Горе не беда. Время пропадает сквозь пальцы вниз. Просто улыбнись, мы без повода. Горе не беда, с тобой всегда. Выражая искреннюю благодарность со своей стороны, от всего комплексного центра Сергей Халямин вручил благодарственные письма всем, благодаря кому центру удается справляться с любыми трудностями. 10 лет пролетели незаметно. Была проведена громадная работа центра. И вот сегодня, я думаю, мы уже не представляем жизни без вас, без вашей работы. Уважаемый Сергей Анатольевич, коллектив комплексного центра социального обслуживания населения, большое, огромное вам спасибо за тепло, ласку, внимание, сопереживание, заботу, которыми вы окружили наше население, население нашего Артемовского городского округа. Спасибо большое. Большая честь присутствовать на вашем празднике, на вашем юбилее. И хочется сказать такие слова, Сергей Анатольевич, большое вам спасибо. Вы вносите вклад не только в социальную значимость и даете важность людям старшего поколения, важность, нужность, но и делаете большой вклад в пожарную безопасность Артемовского района, за что вам большое спасибо, и нам с вами по пути. С праздником вас! Завершением этого светлого торжественного события, которое отметил комплексный центр социального обслуживания населения, стали творческие подарки юбиляру.